И снова всем привет, с вами 29-й выпуск Мегамоделизма, и я Роман. Сегодня у нас немножко необычный будет обзор. Я вам покажу вещи, которые я купил себе для построения диорамы. Да, я буду пробовать себя еще и в изготовлении диорам. Вот. Ну вот, что мной было приобретено, это мешки песком от фирмы Tamiya и вот такой вот кусок улицы с куском парковой стены. Вот, от фирмы Miniar. Вот, эти два комплекта будут использованы, скажем так, уже есть задумка даже по поводу диорамы. И в дальнейшем я вам покажу модель и набор фигурок, которые будут присутствовать на этой диораме. Итак, начнем, пожалуй, с мешков с песком. Ну, стандартная томийская небольшая упаковка. Вот, здесь показано, как и куда эти мешки можно лепить. Вот, вот здесь вот на упаковке показана вот пушка флаг 36. Кстати, на нее обзор я сниму в ближайшее время. Вот, и вполне возможно, что с этой пушкой тоже будет сделана какая-то диорама в дальнейшем. Вот. Так, смотрим, что у нас здесь есть в коробке. В коробке у нас два литника по 24 мешка на каждом. Ну вот, вот таких вот. Вот таких вот мешков. С обратной стороны они идут полые. То есть у них есть четко одна вещь. Вот вверх и есть бока. Низа у них такового нету. Так что если просто захотите какой-нибудь мешок в стоячем положении, не получится это сделать. Так, ставим сюда. Так, и вот наш второй комплект миниартовский. Это вот, скажем так, диорамка уже, ну, практически готовая основа для диорамы. Мне досталось без коробки, к сожалению, потому что брал я ее у человека с рук. Вот. Вот у нас здесь дана инструкция. Ну, инструкция от меня тоже стандартная, ничего особенного. Вот здесь показано, что и как делать. Вот так, дальше. Здесь достаем, у нас лежит два литника из серого пластика, изготовленных, я так понимаю, судя по качеству, по технологии ЛНД, но я могу ошибаться. Вот так вот они выглядят. Тут у нас решетки кованые, два варианта фонарного столба, сами фонари непосредственно. Ну, как-то вот так вот это сделано все. Взяли мы, конечно, и получше, но на безрыбье такое сходится. Вот. Так, теперь в самом пакете лежит у нас вот такая вот выполненная вакуум формой основа. Довольно неплохо и качественно сделанная, проработанная. С хорошей фактурой брусчатки, камня. Единственное, что здесь вот эта вот часть мостовой сделана очень узкая. Сюда особо даже танк какой-то крупный не впихнет. Здесь танк стоять не будет. Вот. Ну, с обратной стороны это выглядит вот так. Вот. Выполнена, в принципе, неплохо. Она легенькая, но она вот очень такая гнущаяся, поэтому снутри ее придется чем-то заливать. Ну, как я видел в одном из видеообзоров, такие вещи хорошо внутри забивать монтажной пеной. Вот попробуем, как это получится. Так, и здесь вторая вакуум-форменная штука у нас идет. Это вот там здесь колонны, часть кирпичной стены. Ну, тут еще какие-то обломки стен. Ну, это выглядит вот так. Ну, тоже все отлито очень неплохо, очень интересно. Вот есть хорошая фактура камня, кирпича, тут какие-то следы там осколков, еще чего-то. Ну, вот, я думаю, из этого собрать что-то стоящее получится.
будет мой первый опыт строительства диорам. Ну, что могу сказать? Если вы диорамщик, то, думаю, этот комплект будет вам интересен. Какой-либо другой оценки я давать не буду, потому что я пока в диорамах не стелю. Ну, общее, вот, скажем так, качество исполнения оставило только положительные эмоции. Цену я вам, опять-таки, корректно сказать не могу, потому что оба комплекта покупались мною с рук. Вот. Ну, что могу сказать? Творите, делайте, создавайте, и будет вам счастье. Ну, на этой ноте, наверное, будем заканчивать выпуск. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео, вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка на которую есть под видео. И ждите следующий выпуск, следующий юбилейный 30-й выпуск. В нем будет показана очень-очень любопытная модель. Все, всего хорошего, всем пока.